Всем привет, друзья, с вами Нильфгорн, это Королевство и Замки, игра, которая очень необычно цепляет и притягивает к себе интерес игроков и вас, собственно говоря, и меня. Мы продолжаем, мне написали, что на 50-й год приходят викинги, и в принципе у меня еще получается сейчас 41-й, в общем, так что у нас еще есть время, так что давайте мы, наверное, вот здесь вот сейчас разрушим, и вот здесь вот разрушим, то есть я теперь точно знаю, когда придут враги, и поэтому мы можем спокойненько приподнять наши вышечки. Ну и стены, наверное, тоже, да, в общей сложности можем тоже все приподнять. Ну вот так вот. Вообще, конечно, я могу даже собрать немножечко камня, дерева и построить уже даже... Я бы сказал, скорее всего, наверное, баллисты, да, то есть, которые смогут мне уже управлять и наносить больше урона, управлять и наносить, что, ладно, то есть, наносить больше урона. Тушите, отлично, потушили, хорошо. Так, с едой у меня все отлично. Единственное, что мне нужны люди, поэтому 9 есть, но надо еще, потому что сейчас вот, на самом деле... У меня очень мало людей для того, чтобы защищать вышки. 42-й год, надо следить. Очень где-то 48-го надо уже вышки людей, наверное, сажать. Вот так вот. Так, еще дом один строим. Люди есть. В принципе, должно всего хватить. Ладно, посмотрим. В общем, честно, сейчас очень сложно так рассуждать. Так, у меня здесь люди появились. Отлично. Отлично, отлично. Может быть, склад здесь где-нибудь. Хотя склад еще вообще очень близко, прям рядом с замком находится. Так, давайте-ка, знаете, что еще я сделаю? Вот здесь раз, два, вот так вот, да? То есть можно даже еще вышку поднять. 17 камня, 19 камня. Камня не очень много на самом деле. Хотя вот здесь вот камень можно еще сделать, да? Ну-ка, давайте-ка. Раз, два, три, четыре, пять. Так, 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 вот так вот. И здесь вот сразу давайте вырубать. Люди, главное, есть. Это хорошо. Здесь вообще все шикарно. Здесь тоже все шикарно. Отлично, ребят. С едой тоже все не очень так плохо, я бы сказал. Чаркойл, только проблемы с чаркойлом. Но это все решаемо, я думаю. Так, окей. Окей, окей, окей. Ускоряем. Ускоряем, так, дорога есть. Мы сейчас, давайте, чтобы... Так, и вот так. Чтобы камня больше было. Ну, понимаете, это все только исключительно для камня сделано. Дракон летит, не проблема. Пускай летит. Я, наверное, даже... Вот так, давайте-ка мы посадим людей. А вдруг я его собью, да? То есть вдруг мне получится его сбить. Хотелось бы, на самом деле. Как раз он летит, видите, на вышке. По нему уже начали стрелять. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. Смотря как он станет. Так, и я вот вижу, видите, чума начинается, да? Это не очень хорошо. 40 камня нужно. Тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр-тр. По нему стреляют, стреляют. Ну, давай еще вернись. Или он все, уже улетает. Так, чума начинается. Давайте-ка мы построим больницу, ребят. Отлично, нифига он, ну серьезно, ты в дальнем углу он решил поджечь здание, да? Так, окей, вроде бы спасли, есть, есть, ребят, я сбил его. Офигеть, круто, очень круто, прям, я бы сказал, даже прям шикарно. Ха, неожиданно, так. Давайте, ребят, с камнем прям нужно быстро все решать. Так, у нас очень много хлеба здесь лежит, смотрите, прям его, прям, ну, видите, очень много, его даже не успевают раскупать. 45-й год. 45-й, шел 45-й год. Мы держались как могли. На нас нападали, но мы пытались обороняться изо всех сил. По-моему, у меня склады... переполнены, мальца. Вот, серьезно. Давайте-ка, знаете, что я сделаю?
Вот здесь еще один склад за бабаху большой прям. Да, вот так вот, вообще в наглую. Так, ускоряем. Так, отличненько. 46-й год, и в принципе, вот сейчас как раз-таки нужно уже вышки. Вот давайте вот здесь вот вышку еще одну строим, и уже надо ставить лучников. Так. Так, здесь мы пока что давайте уберем, чтобы они строили быстрее, да? Об этом я забыл немножечко. 46-й уже год. Еще вышки нужно. Я, наверное, не успею уже сделать. Да, я... Что? Дерево? Серьезно? Вот дерево меня сейчас очень сильно подводит. Вот что-что, а вот этого я не думал, что будут... Что будут проблемы вообще с деревом. Ладно, надеюсь, решится. Каким-либо образом, но решится. Проблема. 47-й год. Очень важный такой настает момент. Так, здесь давайте, когда достроите уже. Давай. Чтоб сразу отменить. Так. Еще вышечку. Так. Здесь у нас 6 свободных людей есть. Ну давайте уже срубайте, а. Ну серьезно, что ли? Вот так вот. И здесь давайте последний срубаем. Так, вышки строятся. Отлично. Здесь почти достроилось. Дерево таскает, дерево нехватка. Нехватка прям с деревом, вообще какая-то беда. Так, закроем. Так, теперь вот здесь вот пару вышек еще. Обязательно вот на эту вышку нужно построить вышку. Так, хоть и тавтология, но все-таки. А-а-а, горит! Тушите! Должны потушить, вода рядом, все рядом находится. 48-й год, ребят. 48-й год, мы держались как могли. Еды нам не хватало. Так, у меня должно все быть в порядке. Да, все в порядке должно, должны от чумы избавить. Видите? Почти справляются. Так. Еще... Нет, вот только-только еще одну вышку мы можем построить. Так. Давайте вот здесь вот. Потому что с каждой стороны... То есть вот здесь 3, вот здесь 4. Здесь 4, то есть здесь тоже надо 4. И здесь 4 сделать. Вот так вот надо сделать по-правильному. По-хорошему. Так, 15 дерева. Одна вышка, 25 дерева. Ну, не знаю, у меня 16 лишних людей, так что, в принципе, лучше, наверное, вот так вот сделать, да? Так, здесь мы давайте... Воу-воу-воу-воу, а чё как много людей-то болеет? Лечите их, лечите! Ребята, лечите! Так, вот здесь вот можно вырубить, пускай свободные люди идут, вырубают лес. Как можно больше. Так. Вот здесь давайте вырубаем. Вот здесь вот. И вот здесь вот вырубаем. Я сейчас стараюсь вырубить там, где мне точно не пригодится он. Так. 13 людей свободных. Так, здесь тоже закрываем. Так. Давай, ускоряйся. Последней вышкой, в принципе, оборона. Ну, по крайней мере, 4-4-4 со всех сторон установлена. Да, замок не очень ровный, но... Он закрыт, ворота закроются, да, то есть мы будем отбиваться по полной программе. Ну, посмотрим, что из этого получится, конечно. Вот и викинги, ребят, 50-й год. Так, скорость уменьшена. Здесь открываем. Открываем. А вот это плохо. Тупо не хватает людей. Так, я знаю, как уменьшить людей. Точнее, как увеличить. Так, закрываем. Блин. Закрываем. Мне нужны везде люди. 11 свободных человек. Так, они уже нападают. Они уже идут. Они уже на подходе. Да, наверное, что-то попытаются сжечь.
Так, последнюю вышку почти достроили. По ним уже шмаляют, ребятки. Ворота-то почему? Ворота не закрываются. Стоп. Что происходит? Что происходит? Ну, по крайней мере, мы... Герой, минус один. Минус один. Так, ладно, ладно, ничего, ничего. Попа... Минус два. Ребята. И... Да, ребят. Да. Я отбился. Я отбился, господа, я отбился. Так, давайте вот здесь вот большой дом делаем. Я отбился. Конечно, здесь срабатывает вот эта вот читерная вещь, да, то есть, что мы можем таким вот образом, точнее, давайте вот здесь вот верхний оставим, таким вот образом выключать, ну, как сказать, добавлять или убирать людей с замка, да, то есть, тем самым, ну, мы немножко читерим, но это такое, как сказать, праведное читерство, я бы так его назвал. Да, потому что от него очень огромный профит получается. Так, давайте вот здесь вот, вот здесь вот, вот здесь, вот здесь, потом вот так, вот так, вот так, вот так, и вот так вот, и вот здесь. Мы сейчас здесь построим очень много, большое количество добычи дерева. Вот так вот, потом вот так вот. И вот здесь вот отменить. И хотя я сейчас вот, я сейчас совершенно не экономлю себе место, поэтому вот так вот пока что давайте оставим, а дальше посмотрим. Ну шикарно, на самом деле, как видите, можно, очень можно легко отбиться от первой атаки викингов, то есть при том не потерять, да, ничего. Это в принципе очень легко, стоит только всего лишь постараться, и все у вас получится. Постараться нужно только в плане того, что нужно обязательно грамотно построить оборону. То есть быстренько оградить все стенами и построить побольше вышек. Это уже, можно сказать, первый залог победы. Дальше же, ну, дальше уже как повезет, как вы будете правильно строиться, правильно развиваться. И самое главное, не забывайте с вышек убирать людей. Это... очень такой, как сказать, очень эффективный момент, да, то есть, чтобы были свободные люди, чтобы стройка постоянно двигалась вперед, чтобы она не останавливалась, чтобы развитие постоянно шло. Это очень круто, то есть, можно на этом прям так шикарным образом играть. Смотрите, как-то я так расширил очень странно. Заметили, да? Почему-то я здесь строить не могу, но... А, потому что дороги, наверное, да? Ну, ладно, окей. Не проблемка. Вот так вот. Пока вот так вот оставим. И здесь, видите, вот проблема опять у меня с дорогами, да? То есть, видите, как они ходят. Это неплохо, это типа решаемо все. Сейчас на самом деле нужно сделать мне пару кузнец. Прям очень светло, ребят. Что-то... Такое чувство, что яркость выкрутили. Ну, вот серьезно. Вот такое ощущение. Так, при том, хорошо выкрутили. Давайте ускоряемся. Блэксмитинг. Оп. И здесь, наверное, я сейчас тоже блэксмитинг построю. Так, вот здесь вот. Так, вот это бы здание, вот эту штуку убрать и тоже блэксмитинг воткнуть. По-хорошему. Но, как бы то ни было, вот это вот, это еще не конец, ребят. То есть это только-только, можно сказать, начало. Поэтому, ребят, ну, тут расслабляться ни в коем случае нельзя. Не забывайте, что следующее это придет уже, ну, атака с викингов. С викингов, блин. О, господи, что я говорю, с викинги. Атака с викингов. В общем, викинги нападут уже с гигантами. И это уже будет намного сложнее, потому что здесь нужно вышки поднимать. Вышечки так, оп, оп. Все-таки поднимать повыше. Да, то есть, чтобы отбиться. Отбиться от наших врагов. Так. Ладно, пускай добыча сейчас идет. Здесь у нас... Я просто молчу, как вы
видите. Потому что, ладно, окей, сгорело, ну что я могу поделать, да? Здесь еще каменщика одного сделаем. Так, здесь обязательно где-то нужно склад поставить большой. Большой склад. Ну или два маленьких, да? Либо два маленьких. Ну давайте вот такой вот, оп. Окей, пока что давайте так оставим. Здесь... Все у нас отлично. Счастье, прирост пошел. Здесь можно воткнуть рынок где-то. Где-то вот здесь, допустим. Блин. Ну вот, допустим, здесь. Окей. Окей. Так, и вот здесь вот можно... Хотя... Может быть, двойную стену сделать? Как думаете? Дракон. Лети, лети, давай. Лети, лети. Я прям вот так вот сейчас вот немножко так вышек так вот. Вот так вот. Хоть у меня людей и нету на вышке, но ты лети, лети. По тебе сейчас будут хорошо шмалять. Блин, ты к замку лети. Куда ты летаешь? Вот зараза, а мелкий. Вот мелкий. Давай, давай, давай. Огонь, 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 огонь. Все, огонь. Есть, отлично, ребят. Надеюсь, потушат здание. Шикарно, потушили. Так, 17 человек сейчас свободных. Это хорошо. Есть куда строиться. Так, давайте вот это вот убираем. Так, вот это опять закрываем. Зима какая-то очень-очень... Так, это давайте разрушаем. И здесь, наверное, строим вот так вот. Раз, два. Так, мне нужно камня очень много. Опять же, здесь... Открываем. Блэксмитинг у нас работает. Так, ускоряем. Блэксмитинг еще, наверное, давайте один воткнем. Отличненько. Так, где-то вот здесь вот можно колодец воткнуть. Хотя рядом реки есть, в принципе, да? Так что такое. Такую улочку я пока здесь выстраиваю. Довольно-таки неплохую получается. Так, камня нужно. Ну, понятно. В камень, опять же, в камень нужно уходить. С едой. С едой у нас, опять же, проблемки. С едой у нас проблемки. Как бы это решить? Как бы проблемы с едой решить? Давайте еще один сад посадим. Вот здесь вот поле можно еще одно поставить. Вот здесь очень плодородные поля получатся. Прям вот, ну... Ну, понимаете, да? То есть тут прям вот грех вообще, наверное, что-то другое сажать, кроме как полей. Так. Ну, ладно, окей. Посмотрим. И вот этот момент того, что они сейчас перенесут, успеют перенести еду вообще вот на этот склад? Тоже такой момент, да? То есть интересный. Получится ли... Так, и мне нужно вот это вот здание. Вот оно. Я его построю прямо здесь, я не буду куда-то его уводить, где-то его тут вблизи ставить, да, как-то закрывать или еще что-нибудь. Так, это вот убираем, да, то есть типа, ой-ой-ой, расстроились, я им строю фазенды, можно сказать, они расстраиваются, гады. Наоборот, счастливы такие, ей, наш государь снес нам дом теперь, он построит нам новый, эй, вот как они должны радоваться, а не грустить то, что, а, наш домик, куда ты, наш государь, нас покидаешь. Так, нет, с едой что-то не то, короче. Типа... Вот. Надеюсь, перенесут сейчас. Очень подозрительно. Так, минус, видите, на полях. Они просто тупо не успели перенести еду, и она испортилась на полях. Это... Ну, типа, мальца обидно. Она просто испортилась на полях. В минус, и все. Это печально, но ладно. С этим можно смириться.
принципе, что? Нам остается развиваться. Сейчас я склад сделаю, и наверное, все будет нормально. Развиваться и еще раз развиваться. Потому что нужно больше земель, больше людей, больше королевства вообще, да, априори. То есть само, как бы, вот сюда уже можно вот так вот строить. То есть вышечки мы будем сейчас поднимать тоже. Вот здесь вот можно убрать. То есть и поднять вышечку. И сделать еще вообще вот так вот, к примеру. Ну, понимаете, да? По одной баллисте по-любому у меня будет с каждой стороны. Потому что баллиста все-таки урон побольше наносит. И мне кажется, она, знаете, вот... как раз-таки вот по этим медленным, да, врагам очень хорошо будет работать прям баллисты. Поэтому я с каждой стороны построю по одной баллисте. И этого будет, мне кажется, достаточно. Вот здесь бы, наверное, тоже как-то уже перемещать. Оп-оп. Закончу вот этот замок и уже начну следующую часть. Плюс ко всему к этому нужно, наверное, как-то ограждаться. Вот хороший остров. Мы его тоже можем уже сделать искусственным, да. То есть мы можем прям тоже его как бы весь вырубить, засадить. Но, в принципе, и здесь нужно защищаться. Потому что, помнится, мне говорили, что здесь придется делать так, чтобы... стена была, потому что они могут высадиться прям на дом, им ничего это не помешает, типа. Ну, в принципе, а да, что может им помешать? Высадка дома, что ли? Пфф. Ну, типа, вы понимаете, да? Типа, смеетесь, что ли? И кузницы-то я построил, и вот только сейчас я понимаю, что кузницы-то я построил, а железо-то я не добываю. Да, да, проблемка. Ладно, давайте вот так вот сделаем, и оп. Оп, все готово, и теперь как раз-таки будет все замечательно. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых видео. И игру вы сможете скачать у нас в группе, ссылка в описании. Всем всего, удачи и пока!